Доброго всем дня, добрые наши волшебники, гости канала, друзья. Такая уже наша большая дружная семья. Сегодня, как всегда, с вами волонтер бездомных животных и приют «Твори добро» Наталья. Сегодня наш ролик о маленьком спасенном котенке Лорде. К сожалению, был август. Ну, опять я возвращаюсь к тому, что многие, ну, наверное, не знают историю Лорда. Лорда подкинули через дорогу в соседний двор в таком вот плачевном состоянии. Женщина, которая его обнаружила, позвонила мне. Я приехала, как раз это было очень поздно, и в надежде, что она его заберет на ночь к себе, как бы я со спокойной душой уехала. Но не тут-то было. Она, оказывается, домой его к себе не взяла, и Лорд исчез. Не было его, наверное, 3-4 дня тире. Вот, мы думали, что уже, наверное, все. И тут как раз у меня была Верочка, и звонит мне эта женщина, Оля, и говорит: «Наталь, котенок нашелся». Я незамедлительно выехала, забрала Лорда, и мы дружно поехали в клинику. Лорд очень долгое время был в интенсивной терапии, так как у него нашлись вирусные страшные заболевания. Вот, ребенок все пережил благодаря вам. Прошел курс лечения. Так, долги в клинике, хочу сказать сразу, мы закрыли. У нас единственное, опять висит передержка, но это следующий ролик, уважаемые друзья. Так как ролик опять был заблокирован с передержкой наших друзей, и финансовые средства, к сожалению, не собрались. Но сейчас не об этом. Это будет следующий ролик. Я просто как бы говорю вам, чтобы вы были с нами, смотрели и, как всегда, помогали, потому что, ну, вы самая наша большая помощь. То есть благодаря вам я могу спасать, лечить и давать шансы на жизнь особенным собакам. Только благодаря вам. В общем, Лорда я тоже забрала из клиники. Сейчас он у нас на платной передержке, к сожалению, потому что мы не можем найти ни мам, ни пап. Котенок безумно ласковый, безумно красивый, очень ласковый, очень мальчик нежный, постоянно просит присутствия человека. Но, как вы все знаете, по прошлым роликам у нас висит МРТ. К сожалению, уже третья неделя пошла. Но нам нужно сделать Лорду МРТ, так как понять проблему задних лап и понять, что у него с мочевым, потому что он тоже до конца сам самостоятельно не писает, к сожалению, как и Гриша. У Гришеньки все хорошо, там вышел анонс, кто переживает о Грише, ну, как бы обошлись без операции, девочки его поднаркозили, да, у него полный кишечник был каловых масс, теперь мы перешли на диету, на такую пищу. Но это тоже все будет в следующих роликах. Я просто в двух словах донесла вам информацию, чтобы кто переживал, кто откликнулся, то есть чтобы вы были спокойны. Потому что не все видят анонсы на канале. Моя такая большая дружная семья. Конечно бы, по-хорошему, хотелось бы побыстрее свозить мальчика на МРТ, пока еще и погода позволяет. То есть, ну, тоже понимаете, что мне ехать в Москву, да? Ну и ребенок ждет. Кота ребенок ждет, и нам тоже надо понять, что за проблема, и потом уже искать мам и пап, потому что, ну, ребенок не может бесконечно находиться на платной передержке, ему нужна семья. Это будет особенный ребенок, но пушистый ребенок, но поверьте мне, он очень благодарный, очень ласковый, очень-очень-очень хороший. Моя такая большая дружная семья, как всегда обращаюсь к вам, давайте поможем собрать финансовые средства Лорду на МРТ. К сожалению, да, ну вот нету, я сейчас долги более-менее раздала все, особенно клиника, все, я рассчиталась с клиникой, поэтому, к сожалению, нету финансов, чтобы съездить к нам на МРТ. Такие большие мои добрые волшебники, такая моя большая уже дружная семья, гости канала. Если мы уже спасли Лорда, да, мы дали ему шанс, ну давайте до конца тоже пройдем все этапы и постараемся все вместе найти ему маму и папу. А еще хочу сказать, как всегда, прошу вас, комментируйте, пишите больше комментариев. Ведь очень много просмотров и мало лайков, почему, тоже не понимаю. Ну, будьте с нами.
на этом добром канале, на канале спасения бездомных животных. Я всегда говорю, что я каждого вас ценю, уважаю. Вспоминаю, помню, со многими еще раз говорю, общаюсь в WhatsApp. Спасибо вам огромное за все-все-все, за все поддержки, за ваши теплые комментарии искренние. И очень прошу, комментируйте, ставьте лайки, делитесь роликом в соцсетях, чтобы больше, как можно больше людей узнало о нашем приюте. С большим уважением к вам. Да, еще хочу раз повториться, кто переводит средства на PayPal. Девочки, посмотрите, пожалуйста, программу «Пациент». Она действительно дешевле, вот, потому что, ну, снимает PayPal в последнее время очень много, и каждый этот рублик ваш бы пошел лучше в копилочку бездомным животным. Но это так, мое сугубо личное мнение. С большим уважением к вам, волонтер бездомных животных и приюта «Твори добро», Наталья.